Всем привет, друзья! С вами, как всегда, драйвер 51 Рус и Алексей. Ник, Алек, Леха, привет, скажи свой ник, чтоб... Всем привет, друзья! Вот. Сегодня будем катать карту Перевалы. Запихнул я, ребята, нашел, как воркшоповские машины, чтобы мультиплееры отображались. Кстати, вот всем покажу. Вот тут Уральчик, Зилок. Это все дефолтное. Которые воркшоповские автомобили, ребята, они все теперь отображаются. То есть вот стоит КАМАЗ 43 10 и МАЗ 537. Все, можно текстурки использовать в мультиплеере. Если будет интересно, пишите в личку. Все, мы это как бы покажем и расскажем, как что запихнуть, как все сделать. Текстурки, если понравится, то легкую. Так, ладно. Я завожусь. Сейчас сразу найду красоту тут. Колеса. Колеса. Шоссейки. Ссылочки, ребята, на мод и на карту будут под видео на канале. Как всегда, мод это, ребята, 5320, это Рони Романа Санчика, модик. Какое-то время тут его, скажем так, кто-то слил подворотни душевный. Нет, надену я все-таки вот такие колесики. Так, и грузится. Прицепчик. Прицепчик, где прицепчик? Крыша. Я не пойму, у меня что-то нет КАМАЗа-то. 5320. А ты его, значит, не запихнул. Значит ты его не запихнул. Да, пойду гляну. Ну давай я пока здесь тогда за этот загружаюсь. Запаска боковая, запаска задняя. Есть такое дело, есть. А я папку не создал, все сейчас. Я прям в медиа все закинул. Время у нас, ребята, как всегда, 2 часа ночи. У Лехи все спят, у меня все спят. Я говорю погромче. По крайней мере, дети маленькие. Уже выросли. Так, посмотрите, что-то еще по аддонам. По аддонам. Ну все, в принципе, я зарядился. Будет прикольно, уже отъеду сейчас. Так, сейчас глянем карту, ребята, сразу. Гараж у нас открытый, пилок у нас. Раз, два, три, четыре, пять, ух, ё, шесть, семь. Семь пилок. От души, как говорится. Нет, ну одно радует, что тут как бы асфальт и можно шпарить на полную. Так, ну, что да, надо поставить? Там борта, да? Ну, я не знаю, смотри, там, да, они как бы, они все грузятся, разгружаются, поэтому там по два мы будем тащить, то есть по четыре мы в раз будем закрывать пилку. Слава богу, что асфальт. Автомобиль у нас задний привод. Во, все. Так, что еще там можно поставить? Запаски там, мало ли, ремонт, колеса. Противотуманочки там,
красивые такие. Спасибо Коляну за против туманки, как Колян их отпилил в Максе. Колян, слышишь, спасибо тебе, если слышишь, смотришь видос. Это, ребята, Джанки у нас, мододел такой. Мастер по Максу, потому что я там в Максе не бум-бум. Блин, надо сюда, знаешь, что делать, брызговики еще приделать. Тут кто-то из ребят, по-моему, Рома Ковальчук выложил. Брызговики, передние, задние, там, по-моему, в каких-то доработках. Или кто-то с ребят выложил, не помню точно. Врать не буду. Ребята, автора моду у карты даже не помню, кто. Сорян, если что. Ну все, поехали дальше. Повал. Давай газуй. Впереди я за тобой. Так. Я карту не катал, я даже не знаю, где ты что. А где-то направо, вот, после заправки. Давай на заправку сначала. Ух ты, там даешь жару-то. А я думал, надо будет разворачиваться, а тут можно. Не-не-не, там дырочка есть. Маленький-маленький дырка такой. Все, забились. И да, где-то вот едь направо, и где-то она там налево, по-моему, будет. Ну, карта вообще приятная такая, вообще от души. Тут главное коксу не наваливать, потому что можно улететь. Ага. Ромка тут раз на скане ушел. Я его опугу достал. Мы не проехали еще эту? Мы, по-моему, проехали пилку. Ну да, где-то справа было. Да-да-да. Мы проехали, ты куда-то улетел уже. Угу. Давай, возвращайся. Да, сейчас. Пипец, вот мне убивает с этими прицепами, как на. Я не могу с ними ездить, баляка. Задом. Сейчас уж нахер его буду пихать бортом. Да, бочком, бочком. Команде, конечно, вообще на красоту такой вещь. Старичок. Не-не, мне нравятся такие аппараты. Прям такие душевные. А вот и приехал. Давай, тебя пускаю вперед, езжай. Там смотри тоже аккуратненько, там где-то трамплинчик или бугор какой-то будет. Не догнал. А точки открывать будем? Я не знаю, у меня открытая карта. У тебя закрыта, да? Да. А у меня как-то видно с Пинтересе плюсик там поставлено. С этим, с открывашкой. Что ты? Ты там выберешься, нет? Нифига себе, персональный мост. Вот поляна нормальная. Да не, карта вообще обалденная. Так. Сейчас, ребят, тут покажу все. Тут загрузка, выгрузка, ребят, работает. Все отлажено, все проверено. Вот. Максим, все, видите, ребят, загружается, и все, поедем сейчас. Только прицеп немножко подпрыгивает, ну там видно беда какая-то, что-то вот он, когда едешь в мультике на прицеп смотришь, он там скачет, жопа у него. Хотя вот даже на дефолте как бы такая балда постоянная. Ой.
прямо по дороге. Мне вот эти мосты до чего не нравятся. Блин, мне вот лучше бы деревянные. Постоянно в них проваливаюсь нахрен. Там, Лёх, смотрите, не разгоняйся. Тут такие лютые повороты есть, такие засады небольшие. Да я бежал так. То я говорю, тогда мы с Ромахой тоже ехали, вроде ничего, потом бамс. И на тебе, получи фашист гранату. Он ушел, причем так далеко. Я его полчаса вытаскивал, потом в итоге плюнул на это дело. Говорю, ты пыхайся в гараж, не достать тебя с этих сосен. Направо, да, нам едем направо. Смотря, если я проложу, например, путь, ты будешь его видеть, нет? Нет, только на карте. Ну, на карте ты будешь его видеть? Ну-ка, давай, сейчас, подожди. Ой-ой-ой. F1. Так, мы где? Мы тут. Точка разведки. Пилорама. Что-то мы поехали как-то сюда. Там по кругу. Пилорама. Пилобляхарама. О-о-о. Уж далеко ехать-то. Пилорама. Давай, наверное, поедем на дальнюю, да? Так, все, подожди, даем рублей-то хоть где она есть-то. Так, мы едем так. Так. Пилорама. О-о. Или гони вперед, а я с тобой. Короче, знаешь, как давай ехать? Едь, короче. По дороге есть и прямо все. Едь, знаешь как? Едь, короче. Едь по асфальту, короче. Я поставлю вот на одну тут из них. Поставлю, точку просто поставил, да? Поехали, короче, до этой точки. Там, короче, едь все по асфальту. Только смотри осторожно, там есть места, что разгоняешься, и там вроде как разгоняешься, пошел спуск, и потом с уклоном, например, с правым уклоном, левый поворот, и там обрыв. Можно, ага. Можно просто навсегда уехать. Ой, как быстро ты приехал. Ну да. А я тут это, заночевал. Киморнул слегка. Ага. Не, карта вот асфальтовая, она вообще просто офигенная. Еще какая-то есть карта, что-то как с Евротрак симулятора, там она как называется. Давай, езжай вперед. Я за тобой пойду. Короче, прям все по асфальту. Едем, да, по асфальту, короче. Все шкварим туда. Ну да, вот такую карту вот вчетвером вот на таких машинах, просто там на каком-нибудь, даже на том самом Вольво каком-нибудь, я не знаю, там в Скании можно спокойно катать. Такая приятная душевная карта. Да, прикольно. За такую бы карту я бы как бы денег отдал бы. Ну не 1000 рублей, как некоторые продавали, мать их идти. Да? Скромные ребята. Да ну, не без этого. Как бы я понимаю, мод можно купить там за рубас, там без вопросов. Да, ну карту там, которую можно покатать там с одним, с двумя, с тремя друзьями, там, ну, 2, 3, 5 раз, да, все, и выкинул. А тут, блин. А мод на любую можно карту запихать. Да саму можно взять в редакторе, знаешь, научиться нарисовать карты, какие хочешь тебе, асфальтовые. Ну да.
такая она, и карта скоростная с такими западлицами. Если не знаешь, то первые разы можно вообще просто тупо. Оно вроде, знаешь, все прямая такая, открытая вся дорожка. Едешь, едешь, ничего. Расслабился. А потом, опа, такой подъемчик, спуск с наклоном и поворот резкий. И трындец, короче. Да и она такая, в принципе, сделана красиво, такая бескосяковая карта. В принципе, вообще обалденно. Не знаю, кто автор, но респект автору вообще однозначный, как бы, за карту вот эту перевалы. Прям, я бы был рад, если бы были там еще перевалы 2, 3, 5, 10, там, я не знаю, кольцевые дороги там всякие разные. То есть, лично, как бы, я вот иной раз там покататься на КамАЗике какой-нибудь, заднеприводном, там, на шишиге, на газончике, там, в легкую. Можно сделать поменьше там переправки какие-нибудь. Вот там есть, кстати, в одном месте там переправа тоже. Я один раз заскакивал по дурости. И, или мы уже просто с Ромкой там мерили как бы этот самый лужу там ради интереса. Не, ну он, кстати, я его катал, когда делал, вот когда Рома, не Рома, а слили его, как бы, да, когда вот текстуру там перекладывал, вот эти груза, синхрон делал, то есть, как бы. А, ну, кстати, ребята, смотрите, мотосинхронизация света, то есть все фаруки все эти горят, работают в мультиплеере, все, рабочие, то есть все нормально. Да, вот, блин, вот что-то с задними мостами тут постоянно в мультике. Да и на дефолте такая же шляпа, кстати. Вот что-то как-то на прицепе передний мост идет на машине, и на машинах мосты нормально, да, а на прицепе сама жопа. Или погрузка, вот, ой-ой-ой. Что-то меня как-то подтаскивает. Да, вот такую карту. Настолько пилорам, конечно, надо катать вчетвером. Ну да. Как бы. Она прикольная. Машины такие, ну, чем мы по 4 очка считать, тащим. Да, одну пилку закрываем, 7 пилок, это мы тут охренеем. Карта очень, в принципе, таких немаленьких размеров. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Тормози, тормози, чего? Тормози, бля. Сорян, парни, ты ругнулся. Ну это не без этого, как говорится. Ай-яй-яй. Блин. Да такой спуск, такой лютый такой. Правильно едем, да. По асфальту едем. Это еще да, это еще только начало. Мы едем, в принципе, далеко. Да, КамАЗик просто такой душевный. Да, расслабиться, расслабиться, удовольствие получить. Что там? О, сейчас слева будет офигенная церковь, там стояночка. Я там скрины делал на скане. Ты хочешь точку там зацепить? Не? Да. Посмотри, там аккуратненько не завались. Слева там вот можно скрин сделать. Там церковь, смотри, слева какая стоит. Обалденная вот. Слева там лавочки. Протягивай сюда, поедим тут. Поедим кофейку попьем. О, у меня
Линейши борта, по-моему, да? Или нет, такие? Не, вот у меня? Ну, у тебя, видишь, у тебя коники эти стоят. А, нет, длина борта. Ну, такая же, в принципе. Одинаковая. Длина одинаковая, да. Просто у меня, увидишь, увеличенные, как бы, они, как бы, надо было сделать вообще, чтобы, как бы, прицеп цеплялся именно с этим. С определенным бортом, то есть не по-разному. А я тут тоже сегодня сидел, мухоморы, короче, за место грибов сделал. У меня теперь мухоморы там растут. Вот тут классно, кстати, такое место. Блин, надо было мне в этом Спинтайрус плюсе отключить этот ночь. Или время остановить, там как-то это дело делается. Непонятно как. Непонятно как, но как-то делается, короче, что, ну, время не меняется. Все время день. А мультики вроде это нельзя, да? Можно, можно. Тот, кто создает сервер, если, например, вот у меня такое будет стоять, то как бы ты заходишь, и у тебя тоже не будет ночь наступать. Прикольно. Надо заморочиться. Ну и все время как бы день там херачит. Это прикольно, так считаю. Мы играли со злым слоном, с Пашкой. И тоже я смотрю, что всю ночь не наступает. У меня фары были отрегулированы. Ну, габариты горели, а фары были отрегулированы на автоматическое включение. То есть они там где-то часов в 8 вечера включались. Автоматически. Ну, в мультике видно было. Я еду, все, ночи нету. Что за херня? Паша говорит, да я, говорит, выключил всю эту херню с Пентайрес Плюсе. У меня как бы все время день. Я говорю, вот, нормально. Я говорю, еду, фары проверяю. А, вот загораются фары, кстати, смотри. Посмотри на свои фары спереди. Видишь, они начинают. Да. Вот ночью будут гореть. Ну, ночь у нас будет по-любому. Ночью они будут офигенно гореть. Вот, кстати, вот эти, вот пошла вот эта лютая жопа, короче. Сейчас тут надо будет аккуратней. Тут вот эти вот повороты, вот эти вот серпантинчик вот этот. Вот, по-моему, Ромка и ушел вот на этом серпантине, сверху он туда вниз уфигарил. Ох, я его доставал. То ли этот, то ли следующий. Даже этот, по-моему, этот. Да. Вот тут он ушел прям. А там, видишь, подъемчик такой, он по прямой выдул, короче, и тут спуск и налево резко. Он прямо ушел с поворота. Он пустой был, да? Да, мы, по-моему, обратно ехали, по-моему, пустые шли, ну. И он туда учухал. Я его, вот сколько я его не выдергивал, я говорю, полчаса я ковырялся там промеж деревьев этих, он там как вот мендюрил, и не достать вообще никак. Бляха, или вот эта фишка. Бляха, может вот эта фишка. Да, вот тут он ушел. Я говорю, жесть. Да, вот тут он ушел. Вот где ты поднимаешься, он оттуда сходу прямо, и вот где я еду, прям туда вниз, короче. Хе-хей, такой. Я его тут полчаса корячил. Потом говорю, пошел, говорю, ты нахер, говорю, не могу я тебя достать. Он там из-за деревья уже цеплялся, короче, по-всякому, по-разному, ну ни в какую, короче, не вытащить и все, машину. А, ну у тебя, смотри, пинку у тебя нормальный, такой полташечка. 50-60, нормально. Это отклик, что ли? Ну да. А, я себе компас поменял, кстати, у меня компас новый стоит, парни. Кому интересно, немножко тут эти текстурочки маленькие, маханул тут дороги, текстуру поменял. Так что, кому интересно, пишите, реально, я не знаю. Прям могу текстовый файл, вот эту текстуру, zip скинуть и скачать. И кому интересно, именно вот графика, как у меня идет. У меня облачность небольшая, серединка. Ох, я что-то заплясал. Ой-ой-ой, прицеп у меня пошел. Стой, собака.
Там вода где-то будет еще, по-моему. Ага. Чтобы помягче было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, писец, у меня тут прицеп пошел гулять, мама не гори. Вот я, кстати, такой в Волгоград ехал, такую херню видал. Там чувак засыпал, короче, вот на фуре с таким прицепом двухкоткой. И пипец, сзади колонна ночью собралась. Его боялись обогнать. А, все, мы сейчас утонем. Стой, 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 стой. Вот она эта засада небольшая такая. Ну или хочешь туда попробовать через грязь. Через грязь. Вот тут объезд, кстати. Знак. Можешь сунуться, я могу, давай, если подъеду, тебя там дерну, попробую переточить. Ну тут вообще объезд. Я что-то и забыл про это, кстати, дело. Что вот я туда на скане ушел. Прям ровником, вот как пилил, так и вошел. Вот не люблю я с этими прицепами. Вот он, я не люблю с этими прицепами разворачиваться. А ну он все синхрон, видите, ребята, работает. О, Алексей, смотрите, фартик. Все, засел, да? Стрел. Сейчас выйдем. Давайте подъеду, дерну. Все, прицеп кину свой. Отцепить. Да, позастрял. Мы тебе сделаем службу спасения. Все, best of the best. Ништяк, спасибо. Да, не вопрос. Ой-ой. Так, что, я опять вперед, да? Сейчас я влево отъеду вроде. Тут такая грязька, я говорю, мы тут ездили на сканиях вообще, по-моему. Только жопа ведущая была на двухоске. И нормально. Синхрон вообще обалденно работает. Ребята, смотрите. Все просто а-ля улюга не гусей, как говорится. Скрин сейчас обязательно. Эть. Во, все. Ну, со светом, конечно. Надо, блин, мне это на дефолт. Все, собираюсь, еще никак не соберусь сделать синхрон на дефолт. Он у меня есть, как бы, но там ярко, они фары очень светят, как бы, надо переделать. Как бы сейчас я уже проникся в это дело. Че, прикольно, ночью издалека даже видно. Видно, я говорю, мы в мультике даже играли, прям через, смотришь, там через кусты где-то вообще в жопе у негра, как бы, нормально да. Все светит. Не надо там сидеть там, ну, у кого. Это сейчас уже стали включать, выключать эту ночь, день. Раньше-то они включали это все. Грязючка у меня тут. Ну, возьми полевее. Мне так нормально катит. Вон там, кстати, а у тебя не стоит синхронизация, да, на дефолт? Вон слева там просвечивают фары. Вот потом видео посмотришь видео. Вот у меня справа там сейчас фары светятся. Там какая-то машина стоит. Я справа, вот, да. Сейчас я, подожди, да. Сейчас я оттянусь. Ага, так не видно. У меня этот камера едет. Ну вот мы едем, я вижу справа фары светят. Вот в лесу там где-то. Две фары он светит. Там что-то там стоит, короче. У меня стоит синхронизация на дефолтные машины. Прикольно. Да есть у меня файл этот. Можешь как бы его скачать, пока он... Реально, вон они. Вон они светят. Справа. Ну, потом видос посмотришь, поглядишь, что там реально стоит какая-то тачка. Я помню, что мы там лазили. А, вон, в натуре тут грязь, слушай, есть. Блин, вот мы ведем сейчас. Ой, а куда мы ведем-то? Подожди, стой.
Блин, мы проехали, мать Вити. И что делать? Ну, поехали уже, короче, на последнюю пилку. Поехали, а что? Сейчас. Как раз самая дальняя. Поедем, да, получается, на самую дальнюю. Что-то я протабанил с этими фарами, с этим совсем. Нормально. Короче, едем по асфальту. Там мы все равно не закроем всю карту. Мы не закроем, походу. Я говорю, тут четвером надо. Либо такие прицепы, знаешь, чтобы по 8 сразу лезли. У тебя как там батарейки сядут, ты скажи. Ага. Мне там пофиг. Завтра по воде, да, нормально там все. А, ну у меня водичка стоит прозрачная. Как бы тоже читерский вариант. Я вижу все под водой, все эти ямы, засады. Глубину как бы этой. Ну, кстати, да, это все с этого, не знаю, чей мод или фикс какой-то там был. С HD графики. Я его там еще подкрутил, выдернул некоторые файлы, которые мне были интересны. То есть мне вот была интересна вода прозрачная, как бы я ее и это не поставил. А грязь там была говно, кстати, вот. Налипание грязи, там вообще такое чухонское до жести, как бы. Поэтому я там выбирал, то есть, некоторые вещи. Там, на выбор там. Попробовал, потестил, что смог, короче. Вот компас, кстати, оттуда тоже, по-моему, выдрал. Не, карта такая. Лично я не знаю, вот мы катали вообще на скамейках, на сканиях вообще обалденно. Ну вот и на таких машинах, ну надо играть четвером. Да, если проходить по полной. Угу. Ну как бы вот сейчас мы ехали бы вчетвером, считай, закрывали сразу две пилки. По сути говоря. То есть, ну, да. То есть 4 машины, 2 пилки, а пилок 7. То есть у нас было бы тогда 3,5, считай, ходки. Ну где-то мы. Она и карта здоровая. Карта большая, как бы. Ух ты, ё, нихера я дрифтую тут за тобой. Ага. А может быть тебе в одни борта прописать по 4 очка? А если карта будет простенькая, ну что за раз ты приехал? Прописать. Допустим, нет, я прописать-то могу, как бы, ну смысл. В этих бортах по 2, а у тебя, допустим, в твоих по 4. Вес добавить вон там, чтобы посложнее был. Нет, сделать-то можно, просто видишь, как бы это рассчитанные борта, как на дефолтных этих бортовых прицепах этих. Прицепах или на бортовой платформе, как бы. Поэтому я так и писал. И писал. Так-то можно, если как бы брать машину для стрима, то есть как бы на ней постоянно кататься, то да, можно сделать там, например, чтобы она везла там хоть 8 у тебя в кузове и 8 в прицепе. То есть мы бы сейчас за раз бы открыли там 4 пилки. Просто прицеп бы отцепляли перед разгрузкой. Налево. Не вижу в упор. Свет включи. А, я тут дома, кстати, перекрасил. У меня сейчас тут дом, как у меня там в деревне в Архаре, сейчас тут у родителей. Так. Слушай, мы что-то не до конца, наверное, доехали. Сейчас я дай-ка гляну. А, нет, все до конца. Давай вон ту закроем. До конца пилка. Тут их две, слушай. Обалдеть, слушай. Как быть? Да ты, вот эту одну закрываю. Ты какую закрывал? Вот эту? Дальнюю. Вот где я сейчас был только что. Угу.
Понял, понял. Ну да, пипец. Долгая история, слушай. Мы 35 минут ехали до первой пилки, прикинь. А их тут 7. Поэтому нам считай, надо еще раз сюда вернуться. Это мы сейчас едем обратно. Опять возвращаем. Да мы полюбасу, эта карта, знаешь, не на один час, походу. Нифига ты там шпарил. Ого. У тебя финк упал до 30. 30-40, ты долбит, ты нифига ты там коксу навалил. Пыль поднял. Да слава богу, асфальт. А кстати, вот в Евротраке офигенно сделана погода, дождь вот это. То есть ты можешь там менять там погодные условия. То есть можешь поставить, чтобы вообще не было там дождя, да? Можешь поставить, чтобы он там постоянно у тебя шел. Дворники включаются, капельки эти вообще офигенно смотрятся. Зато дыма из трубы ни хера нету. Повреждений никаких, царапин нету. Зато банят тебя там моментально, прям на серваке. За что? Вон я варишь, попал, у меня там этот видео есть на канале. Мне какой-то хер, то ли немцы, то ли поляки. Я, короче, ехал, ну, в одну харю поехал, короче, в мультиплеере. Этот самый ехал, там как конвой какой-то шел, там машины, я не знаю, там 30-40, и у них какая-то пробка там образовалась, и я, бляха, 40 минут там за ними корячился, 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 потом нахер вышел на встречку и похерачил вдоль их стоячих, короче, а там еще встречники какие-то, бляха, и я, короче, там кого-то в жбан накатил прям в лобовую. А потом херак захожу в Евротрак, а у меня, короче, бан там. Ссылка, я по ссылке прохожу. Все, ссылка на видео, как меня эти херы не русские банят, короче. Херовые эти Меркели, мать их, эти, блядь. Ну ну, санкции, короче, мне ввели там, блядь, санкции, это есть, блядь. Думаю, ни хера, они там сидят на программах, все пишут, тут же моментально там камеру срывает, все за мной. А я там просвистел, как фанера над Парижем, с вертолетом ехал. Короче, только такой с всего вида, как бы вообще, знаешь, там, они сейчас стоят, как лохи чилийские, да. А я мимо с вертушкой, тю, как на ракете. И там лобаш кого-то напоймал, короче. Они тут же, он камеру снимает, им за мной. И тут же, блин, мой айдишник этот берут, короче. И все, и там херак-херак куда-то, и все. Отправляют вот эту хрень евротраковскую. И все, и бан мне пиндюрили. А вообще, говорят, могут забанить там за поезде, за встречку. А мы поехали, короче, как-то в Англию. А там левостороннее движение. Я по привычке, бляха, еду по левой стороне, по правой стороне, короче. И все, и трындец вообще полный. Постоянно меня вытаскивает вот на левую, на правую сторону. Ну-ка, возьми сюда по кустам, ну-ка. Вот где надо было поехать, смотри. Я как честный. Я тоже. Маленькие кустики ломаю, я ж не этот. Я ж не из Гринписа, ё-моё. Рыбы. Ох, нет, тут грязючка-то маленькая есть. Ой, я тебя вижу, там вообще нормально. Да, синхронизация света — это великое дело.
все-таки как-то. Это причем люди, вот, которые придумали синхронизацию света, не придумали, а там расковыряли ее, да? Год ездили с этой синхронизацией. Те раз два кому что сказали. В итоге я долго тоже с Пашкой думали. В итоге ковыряли, пыкали, тыркали. В итоге нашли эту хрень зарыто. А на нас еще потом наехали. Вы спиздили синхронизацию. Извините, ребята, за мат. Ну? И в итоге я там буквально, когда я прошарил, как оно все там это двигается, все нормально, там я считаю, буквально там за полдня на дефолт на весь сделал первую синхронизацию, потом вторую. Там можно, и чтобы лучи светились. Нельзя сделать, чтобы синхронизация свет вот этот горел перед от фар передний. А, вон там Кировец стоит, светится, вон он. Я же говорил, фары там есть. Вон стоит Кировец за этим, за лужей там, за какой-то. И точка разведки там, кстати, есть. Да, точку вижу, Киру нет. Кировец, вон он, прям на точке стоит. Ладно, все, валиваем, короче, по асфальту, давай. Только смотри, там тормози перед подъемами, а то уйдешь как Рома. Не достану я тебя потом. Стой, надо точками отключить. Нам все, короче, по асфальту. Тут даже, кстати, можно, когда ты играешь на картах, можно поставить тебе табличку, как на полигоне. Я к мистеру боссу пошел, мне тут Мишка показал, который творога делал, как это все выставляется. Я, короче, поставил, пришел, мне пофиг, я любую мог машину на карте, ну, прям вот на стриме, как бы, поставить, заправить, отремонтировать. Ну, как бы карта открытая, точки открывать нахер оно надо, как бы, пусть оно сразу будет, уже стоит. Ну все, да, как бы, спинта и распушка, как бы, штука такая нужная, прикольная. Ух, ну, да. Ой-ой-ой. Где-то я вот тут кощунил, помню. По-моему, мы с Ромкой играли. Вот тут я, по-моему, спускался, да. Могу я иногда вот так вот, так, схалявить? Соляру экономлю. А, вот да, вот он тут ушел. Он оттуда разогнался и вот прямо туда ушел в кусты, короче, вниз. А я еще, по-моему, ушел с прицепом. Вот. Таскал его там, таскал оттуда. Из-за деревьев цеплялся. Так я его не выдрал его оттуда. А потом мы, по-моему, просто катались. Тут уже прицеп отцепили, без, чисто на башка гоняли. Ой-о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 й. Нет, нормас. Вытащил прицеп. Да, весело по асфальту погонять. Да нет, ну на таких машинах вот почему нет, как бы, я считаю, что это в принципе вполне вообще обалденная, прикольная карта, как бы такая. Что если еще тачки прикольные, там прицепы, все эти погрузки, загрузки нормальные, почему нет? Я вообще как бы, ну, вот, люблю обзоры писать на маленькие карты. Это сейчас уже что-то начали такие прям супер-пупер там. Ой, ёп, что-то меня стянуло, мать его. Я говорю, мы тут фигарили, у меня там эти
по-моему, Scania, там вообще накрученный, как бы там мотор, скоростей 12 штук, там они вообще шальные. Не будут по асфальту на них, как с Ромой вываливали там по жесткому. Ты КамАЗ тут как-то грустно едет, так тихий, тихий такой. О, диф надо включить. Значит, они фига мы пол бака сожрали, почти больше даже. Сколько сейчас топлива осталось? 142. Я 123. Ну я ж там скачунивал, и плюс ты проезжал туда, разворачивался, буксовал. Вот тут мы, кстати, в этом повороте в каменистом много щелкались, там прикольно так ехали, красиво. У церквушки у этой. Дома я покрасил, как у нас в деревне. Батя покрасил. Такой здесь салатовый, верхушка желтая. Ну, блин, и, конечно, и туалет покрасился вместе. Тут все. Видишь, как не все тут можно сделать. Ох, ни хрена тут спуск. Писец, если ты там стоишь, я тебе сейчас снесу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я пошел, все, мама, не горюй. Кидать якорь надо уже, по-моему, сзади. Все, сейчас я расхлестаю КамАЗа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ух, не, нормас, все, нормас. А, вон, вижу тебя. Я видел, как ты вылетел с поворота. Подъем надо диф включить, чтобы не буксовать. Не-не, КамАЗик такой зачетный, мне нравится такой. Иной раз там. Я даже на каком-нибудь на побережье бы на нем покататься. Мы с Ромкой хотели покататься на нем, кстати, вот на днях буквально. Что-то его, видишь, он, видно, все его там засыпало велосипедами. Кстати, тут где-то, вот уже после вот этих, вот тут где-то я его, помню, в лоб поймал. Тогда уже мы уже отцепились, уже просто как гоняли. Мухоморы хоть подавить. Насажалось этот мухоморов. Белые грибы поменял на мухоморы. Че, ты там не смотришь, кваришь, я тебя догнать не могу. А я это от вида из кабины и влупил на полную. А, ты из салона? Да, прикольный видос из салона. О, кстати, в натуре. Тут анимация руля, кстати, ребят. А, вон я тебя вижу. Ха-ха, обалдеть, я пересел в салон, тебя вижу. Кстати, Ромка где-то еще делал КамАЗ, у него там должна быть это самое. По-моему, тоже слили. Он там с анимацией стрелок такая. Машинка должна быть. Салон, по-моему, такой же. Надо поискать будет. Вон он, ты едешь, я тебя вижу. А это притормаживай потихо. О-о, вот этот спуск, ёкарный бабай. Писец, убегай, убегай, меня понесло. Там у меня прицеп, наверное, я даже его не вижу, где он там. Плохо, что зеркала, как в Евротраке, не работают. Черт побери, черт побери, черт побери. У меня тормоза откасали. А я специально посторонился, думаю. Вдруг пролетишь. Все, я даже газ не отпускаю. Ух, тебя там тоже шатает, я смотрю. А, я, кстати, чувак у меня, по-моему, с сигаретой сидит в машине, да ё-моё. Да. Сига прикольная. А у тебя работает? Ты поставил мультик ее? Она... Не, это, не поставил ее. Она у меня в мультике все стоит. Не надо перетыркивать, там, затыркивать ее, то есть она уже на постоянку, то есть. У тебя за коньком стоит? Да. Обычно ставлю, но сейчас что-то я не стал ставить.
Так я не ставлю, я просто ее запихнул, она просто на мультике работает. То есть я ее не каждый раз не включаю. Я и текстуры, я тебе говорю, что вот, знаете, вот машины, которые воркшоповские, я их тоже запихнул, все подключил, они у меня все на постоянку работают сейчас. Мне, то есть они у меня не в папке медиа, они через программу работают, а я их прописал там и все. И все работает. Там потом, если что тебе надо будет, вон, возьмешь, посмотришь, я покажу, куда что как запихивать. Мы уже где-то уже почти приехали. Тут налево, по-моему, лесопилка. Поехали на заправку. Или так, поехали. Я тут. Или поехали спать уже. Да можно еще разок поближе куда-то сгонять. Ну вот прямо, короче, едь, заправляйся. Мне КамАЗики вообще прям. Ромка молодец. Офигенный КамАЗ замутил. Блин, выезд тут, конечно, корявый. Туда вправо ни хрена нету. Вот сосна вообще, ну, ни в ПП, ни в Красную Армию, как бы. Да, есть такое. Неудобно крутиться, как бы. Эть. Блин, на руле бы, наверное, конечно, интересно покататься. Возможно, ни разу не катался. Нет, я подключал тут такой чухонский, как бы такой бюджетный вариант там. Рубля за полтора, за два, наверное. Раздолбанный, как я не знаю, как. Вообще мне как-то не это. Хотя вот ну, на катались у меня братан с Норвегии привез. В себе там, он фанат Формулы 1, привез руль такой беспроводной, ох ты, криво встал. Да. Привозил беспроводной там, и у него, причем руль прям вот как вот на самой Формуле 1, вот который они одевают, вот такие полуруль какой-то. Вот. Мы на этом гоняли. Последний вот вышла Dirt Rally 15-го года. Глумились как бы на ней. Конечно, ну, прикольная штука, ну, для такой игры как бы это именно для ралли или каких-то, они такие для Формулы 1. Ну не для спинки и для ИТС-ки однозначно. Хотя для такой карты чё бы и нет. Ну, хрен его знает, я не знаю. Такие он прям в руках держишь эту болванку и крутишь ее там, и она машина поворачивает. А вот который такой бюджетный вариант, вот эти чухонские рули тыркал как бы. Там вообще там такие задержки, просто мама не горюй. Ты повернул, короче. О, у тебя там киндеры уже плачут. Ты аватарку-то поменял, как бы там ВКонтакте. Это твои там раскрасились или? Да, да. Это старшая дочка. Ничего себе там. Мелкая вот родилась 19 числа. О, поздравляю тебя. Спасибо. Ну, блин, вы даете.
Новый Малиндайот. Вот тебе и Спинтайрс называется. Да, у меня вот вторая дочка родилась 8 марта. Сколько? 10. Да, все равно как-то я думаю, что 8 марта как бы и 8 марта и день рождения как бы. Нормально, двух зайцев убил. Так наоборот, все, у всех вроде 8 марта тут и день рождения. Нет, я тогда как бы со стороны папы, да, вроде, а со стороны ребенка как бы лучше бы там 9 или 7. Братан у меня младше, на 10 лет меня младше. Тот 10 марта родился. О, 10 мая. Нет, я в свои 10 лет пошел, короче, пошел на салют посмотреть. 9 пошел вечером в 10 лет. Ну, времена-то какие были, блин. Мать переволновалась, потом просыпаюсь, батя говорит, все, у тебя теперь брат, посмотрел на салют, у теперь брат, все. Не, карта прикольная такая вот, мне вообще она понравилась, хорошая. И вот карта еще есть асфальтовая, где мы катались тоже на скамейках. Тоже такая приятная есть. Тут да, можно караваном прямо ездить. Да, она такая прям, как бы пилок много. Вот если как бы у тебя вот такие машины, да, то есть, мы считай заходку, да, сейчас будет 7 штук, 7, 3, считай, 3,5 раза, как бы, ну, это довольно-таки карта очень здоровая, получается, я думаю, что она даже максимальных размеров, нет, может быть, 32 на 30, опа, ушел, да, вот она, слегка, да, вот она, опа, и я, ох, ни хрена себе я поймал, главное, бортом 400. Нормально. 270. Сейчас я починюсь. А, ну я тут все эти подправил, как бы все эти ремонты. Соотношение на них делал, как бы, чтобы они такие более живучие были. В основном я вот если моды там что-то переделываю, как бы, да, то стараюсь, чтобы они были как бы одноочковые, то есть чтобы на карту можно было побольше напихать. Синхронизация, конечно, он раз тебя догнал, фаруки горят, все прикольно. Все почти. Да, это приятно, это очень удобно. Я говорю, я пытался вот этот свет, который перед машиной большой сделать. От головных фар, но ни хрена не вышло. Не идет он, зараза. Как бы сделал там другой вариант света, да, но зараза багует, а тут большой не прописать. Лучи работают, вот лучи можно сделать, но с лучами там беда, что на полигоне ты рядом машины не поставишь, надо их очень далеко ставить. Ой-ой-ой. Ух. То есть можно лучи там уже прописать, но многие играют там на полигонах, например, да, им это не интересно. С нами. Как на нее проехать? Или едем дальше? Сейчас гляну, подожди. Пилка. Пилка где-то налево. Ты уже ее проехал. А, слушай, оттуда вообще как-то на нее непонятно, как заехать. О, блин, это знаешь, что это? Надо по говнищу по какому-то ехать там.
Ого. И на эту как-то тут шляпно ехать надо через говно. Сейчас я подожду, попробую проложить. Попробую. Ну давай, давай до нее, наверное, только доедем и все. Так, сюда, сюда. Вот сюда. Так, поехали. Поехали, нам надо прямо. Сейчас тебя догоню. Но мне кажется, там будет грязь. Там болото, болото. Конкретное, причем болото. Там сильно не этот не газуй, чтоб нам не это, не проскочить ее. А так я говорю, ставь Дискорд, как бы Дискорд, там парни сидят, можно и с парнями там что, с кем замутить, там проехать, кто, когда. Ой, тормози, тормози. Проехали поворот. Ни хера меня тут развернуло. Ну-ка я попробую тут развернуться. Через этот. Здесь вон поляна. Да. Направо сюда попробую. Блин, камни, конечно, клево сделаны. Пошел я. Так, и нам направо. Слушай, нет, как это дорожка есть. Вроде с виду. Ах, ёп. Первый театр. Посмотрел дорожку, Юрин Батон. Нормально. Карту оттянуть хотел. О, слушай, на ту вторую. А, нет, там есть тоже дорога такая, она такая грунтовка идет. Можно нам было и на ту ехать, как бы. Езжай, короче, вот обгоняй. Только смотри, там бугры всякие. Как они? Чесноку. О, там мост впереди, смотри, не улети там. Мост аж проседает, ни хрена там вешал в этой машине с прицепом. Обалдеть. Короче, так едем вдоль этой лужи, там будет, о, кто-то зашел в этот Дискорд. И вот направо там, смотри, будет поворот такой туда, на грунтовку, это на пилку идет. И все, и тут по дороге мы на пилку приедем. Не, карта вообще такая. Прям в радость. Такая, всего хватает. Вроде и болотца, и такие грунтовки, и асфальтики. Мы сюда, кстати, ни разу не ездили. Первый раз вот я еду. Я никогда до конца не проходил. Направо, наверное, подожди, стой. Стой. Короче, можно, да, можно ее влево объехать, а можно прямо сигануть. Но один хрен, нам направо надо ехать туда. Ну да. Там просто она как идет вот тут объезд. Там делает и так. Или через грязь. Ты там засел, нет? Слегка. Ну да, так слегонцушечки, так грязючка такая, да?
Да не, не, приятная такая картошка вообще. Кто-то опять Дискорд заходит. Рома, что ли, проснулся, а то он бывает с работы приходит, его вырубает, вырубает на корню. Покатаюсь, там вроде спать пошел, потом сидит до утра, там часа полтора поспит до работы, потом лунатит на работе, приходит, его вырубит, поспит полночи, полночи проснется. Ну да, в четверака тут вообще ее разбирать на таких машинах прям. Какие-нибудь даже можно какие-нибудь реально вот эти вот заднеприводные какие-нибудь скамейки, там скани, вот эти Вольво всякие. Да, погоняться тут можно вообще весело. Да, я говорю, надо днем, чтобы, знаешь, там народ такой еще в бодрячке весь там. Так что вот, ребята, качайте карту. Ссылочка на карту и ссылочка на данный КамАЗик 5320 от Рони будет под видео на канале. Также будет в группе, наверное. Выложу я. Также, по-моему, есть на не так же, а точно есть на СТМОС этот КамАЗ. Вот. Ох, ни хрена, тут ямка какая-то. Во. Сейчас я забыл бахуй скрин. О, фары опять начинают загораться, кстати, ближе к ночи. Сейчас я покажу вам, ребят, у чувака есть сигарета, которую он курит, которая дымится, это тоже могу. Вот она, видно даже огонечек. Вот, разгружаюсь я. Будет розыгрыш, как только будет 2000 подписчиков на канале. Это осталось 80 человек до 2000, да, и будет розыгрыш, как только будет 2000 в группе. То есть будет два розыгрыша буквально вот-вот. В ближайший месяц-два, я думаю, подписчиков наберется. Вот, сегодня мы катались карту Перевалы. Автора карты мы не знаем. КамАЗ это Рони Романа Санчака. Доработка от меня, да, вот такая машинка, ссылочка будет на машинку или на карту под видео на канале в группе. Все, ребят, всем спасибо, всем спокойной ночи, всем счастливо, да, всем пока, мирного неба над головой, скоро лето, в Мурманске идет снег, все обалденно, так что все в кайф, всем удачки, всем удачки и приятных покатушек, все, пока-пока.